Добрый день, уважаемые партнеры, уважаемые консультанты компании Арифлейм. Мы ждем, чтобы как можно больше народу сейчас присоединилось, и мы начнем наш прямой эфир, который сегодня особенный, потому что мы будем определять не только обладателей 20 замечательных чемоданов, но мы также узнаем, кто же поедет в Стокгольм. Поэтому мы сейчас ждем, чтобы присоединилось максимальное количество людей. Наберитесь терпения. Давайте оживим атмосферу в нашем прямом эфире. Добавим лайков, добавим сердечек, комментариев, пожеланиям всем удачи и так далее, и так далее. И как только мы эту атмосферу почувствуем, мы обязательно начнем. А пока я хочу показать вам тот самый волшебный чемодан, который скоро отправится кому-то из вас. Вот такой замечательный. Посмотрите, очень легкий, красивый, легко движется, с ручками выдвижными. Очень такой компактный, очень легкий, очень красивый, с замком, с боковой ручкой. Вот этот чемодан, он ждет своего хозяина. Ну и, конечно же, мы сегодня будем говорить и определять победителей, тех, кто поедет на родину Арифлейм, в столицу Швеции, в Стокгольм. У нас целых два списка, из которых мы совершенно случайным способом будем выбирать ваши фамилии. Я думаю, каждый из вас, тот, кто выполнил условия по итогам каталога номер 6, а также все три каталога выполнил условия, знает, что он есть в списке, знает свой порядковый номер и знает, что он сегодня имеет все шансы для того, чтобы стать счастливчиком. Ну, давайте пока мы будем говорить организационно, да, и вспомним, что же мы сегодня делаем. Мы сегодня будем определять победителей, определять обладателей, во-первых, чемодана, а во-вторых, того, кто поедет в Стокгольм. Что же это была за компания? Это была компания, которая проходила в каталоге номер 4, номер 5 и номер 6, и называлась она «Арифлейм там, где ты». И это такое очень-очень говорящее название, потому что каждый из вас – это часть «Арифлейм». Каждый из вас – это лицо Арифлейм, каждый из вас – это амбассадор Арифлейм. И там, где вы, там компания Арифлейм. И это не только потому, что вы носите каталог Арифлейм с собой, всегда, я надеюсь, что вы носите, но и потому, что вы носите ценности компании. Наше единство, наш дух и наша страсть. И какие бы карантины ни были вокруг, и как бы мы ни были на самоизоляции, там, где находитесь вы, там и наш Арифлейм. И вот это вот, несмотря на то, что такая ситуация была у нас, мы видим, что каждый из вас проделал огромную работу, каждый из вас старался расти, старался достигать своих целей поставленных, и это видно по нашим отчетам, не только по лидерской программе, по спонсорам наших. У нас максимальное количество спонсоров, невероятное количество спонсоров, кто выполнил условия и по каталогу номер 4, и по каталогу номер 5. В каталоге номер 6 у нас вообще был просто страшнейший бум, да, который нас необыкновенно порадовал и даже немножко испугал, потому что мы начали думать, а где же мы возьмем столько подарков. Но мы на той компании Арифлейм, чтобы все свои обязательства перед вами выполнять. Итак, давайте посмотрим, что мы сегодня будем делать. У нас есть список, я сейчас к нему подойду и его покажу вам. Вот он, этот список, сначала я его выведу на полный экран, в котором у нас есть, конечно же, мы сначала будем определять обладателей чемоданов. У нас есть этот список. Он в этом каталоге очень большой. Посмотрите, сейчас я доберусь до конечной цифры, самой нижней, и это 259 человек. Но я хочу вам сказать, что условия выполнило гораздо больше людей. У нас есть еще люди, которые выполнили условия, но в этот список они не попадут, потому что они уже получили свой чемодан по итогам каталога или 4, или 5. А по нашим условиям чемодан нужно получить только один раз. И вот в нашем списке, еще раз покажу, 259 человек. И это значит, что наша контрольная цифра в программе Random, которая и будет определять
случайное число будет 259. Да? Я это делаю список на полэкрана. И вот наша волшебная программа Random. Что мы здесь будем делать? Вот в эту ячейку, да, где написано 100, мы введем нашу контрольную цифру 259. И затем, нажимая вот на эту волшебную кнопку Generate, мы будем генерировать случайное число, которое будет соответствовать порядковому номеру лидера в нашем списке, в нашем финальном списке. И для того, чтобы я смогла начать, я тоже вместе с вами очень-очень волнуюсь. Во-первых, я сделала вот такие заготовки. Если вы помните, что на каждом эфире мы просто от волнения начинаем забывать, какой же чемодан по счету, 11 или 20. И для того, чтобы не запутаться, мы сделали себе вот такие таблички, на котором будет написана цифра, и мы так легко не запутаемся и поймем, сколько же у нас еще осталось чемоданов и сколько же уже уехало к нашим счастливым. Да, и мы будем определять сейчас победителя номер один, но для того, чтобы я стартовал, потому что я вместе с вами также волнуюсь, да, потому что я даже забыла представиться, да, конечно же, потому что мне хотелось быстрее все рассказать, да, если кто со мной не знаком, меня зовут Наталья Веселовская, я менеджер отдела поддержки продаж, занимаюсь как раз всеми-всеми нашими акциями, программами и так далее для поддержки наших лидеров, наших спонсоров и наших консультантов. И сегодня в студии у нас есть снова моя съемочная команда, наши партнеры, мои коллеги, да, это Олеся и Сабина, да, всем вот мы привет. Тут все вместе, мы работаем. Да, это наша съемочная группа. Мы в одном лице и режиссеры, и ведущие, и операторы, и продюсеры, и так далее. То есть нам здесь весело, и мы хотим, чтобы вы присоединились. Давайте сейчас ставим максимальное количество лайков, сердечек. Выражайте свои эмоции. Да, я всем-всем-всем желаю удачи, потому что сейчас начнется момент волшебства. Мы будем определять победителя. И я хочу сказать, что мы попробуем нескольким победителям позвонить, да, для того, чтобы услышать вот ваши эмоции. Вот на самом деле мы, сотрудники компании Oriflame, очень-очень, да почти что всегда и мечтаем об этом, заряжаемся энергией от вас. И когда вот нужно кому-то что-то сказать хорошее, у нас тут прям реальная конкуренция, кто позвонит, потому что от вас идет такой поток положительных эмоций. Столько драйва, который заряжает нас так же, как вы заряжаете себя и свои команды. Поэтому будем стараться звонить вам, будьте рядом на телефоне. Если вдруг вы оказались в этом списке победителя, мы вам постараемся позвонить. Итак, у меня сейчас 20 карточек, да, вот последние 20. Первая у меня номер один. И это те самые желтые чемоданы, в которых ключик от счастья золотой. Да, и я думаю, что каждый уже, предвкушая получение чемодана, наверное, планирует свои какие-то поездки. Ну, конечно же, эти поездки будут с Oriflame. И я думаю, что многие из вас, и почти что все, кто смотрит, мечтают побывать на конференции в Таиланде, которая скоро-скоро, в следующем году обязательно случится, несмотря ни на что. Итак, чемодан номер один. Кто же это может быть? Готовы? Готовы, да, вот мне подсказывает мой оператор замечательный Олеся, что сейчас все готовы, держат кулачки, ставят лайки, летят сердечки и так далее, и так далее. И у нас чемодан номер один. Я отправляюсь к компьютеру, а вы, внимание, на экран. Итак, я еще раз посмотрю, сколько же у нас в списке людей, да, чтобы не ошибиться и ввести правильную цифру 259, да, и я напомню вам, что все наши лидеры в списке также перемешаны случайным способом. Ввожу цифру 259 в нашу ячейку, и теперь я готова генерировать первое число, и мы узнаем сейчас фамилию первого счастливчика, обладателя замечательного желтого чемодана. Готовы? Раз, два, три, поехали! И это номер 65. Я надеюсь, что этот человек в прямом эфире, он смотрит, потому что это номер 65. Керим Юлия Георгиевна из Восточного Казахстана. Да, я сейчас попробую
пометить ее другим цветом, да, чтобы мы запомнили, что это Юлия, которая получает чемодан номер один. Юлия, вы видите наверняка свою фамилию на экране, если вы в прямом эфире. А мы от всей души вас поздравляем. В прямом эфире, Юлия? Да? Мы попробуем вам сейчас позвонить. Давайте, будьте готовы. Сейчас мы ищем ваш номер телефона и попробуем позвонить, чтобы получить от вас заряд положительных эмоций. А вы с нами поделились тем, как вы, участвуя в той или иной кампании. Да, мы видим, что Юля здесь. Юля, поздравляем от всей души. Мы сейчас ищем судорожно ваш номер телефона в наших списках. Если вы можете его нам написать, нашли. Да, все, не занимайте телефон, Юлия, не занимайте, потому что сейчас в прямом эфире вам раздастся звонок. И мы хотим просто вас поздравить и пожелать удачи во всем, да, и услышать ваши эмоции. Вот, звоним, Юлия, вам. Ждет. Как здорово! Юлия! Мы вас поздравляем! Я представляю, как вы рады, потому что вы первый человек в нашем сегодняшнем прямом эфире, чья фамилия, чей порядковый номер прозвучал. Юлия, вы из какого города? Восточный Казахстан достаточно большой. Ридер! Ридер! Ну, красивый, приезжайте к нам! Юлия, я больше чем уверена, что Ридер же достаточно небольшой город, да, и я думаю, что вас, как представителя компании Oriflame, многие-многие жители знают. Конечно, я еще и ведущая праздника, меня все знают. Как здорово, Юлия, я представляю, какой вы праздник устроите, наверное, сегодня, точно? Точно, все мои друзья точно узнают, хоть онлайн, но узнают. Отлично, Юля, буквально... Конечно, без команды бы ничего не вышло. Юля, скажите, пожалуйста, а вы всегда рекрутируете, всегда участвуете в наших компаниях? Всегда, всегда. Участвовала уже в нескольких розыгрышах, так повезло, вот сейчас повезло. Да, я думаю, что трудиться постоянно, как говорится, терпение и труд, то обязательно удача улыбнется. Но я думаю, что кроме чемодана вы... который, конечно же, символизирует ваш труд и вашу победу. Кроме того, вы же получили еще массу другого положительного из-за того, что вы рекрутируете, из-за того, что вы поддерживаете активность. Ведь ваша команда растет, это верно? Да, классная команда, я про это и говорю. Позитивные, активные, и мы все встречаемся в Таиланде. Супер, отлично. Значит, это не только чемодан, это рост бизнеса, стабилизация бизнеса, рост команды. И, конечно же, это путешествие с Oriflame. Юля, еще раз вас поздравляем. Огромное вам спасибо за ваш позитив, за ваш труд, за ваши положительные эмоции. И мы очень-очень хотим увидеть ваш репортаж с праздника в Ридере. Спасибо большое! Вот как здорово! Посмотрите, первый человек, обладатель нашего волшебного чемодана. Теперь уже точно хочу сказать, волшебного чемодана. И такой позитивный человек. И человек, который живет в небольшом городе, да? Но тем не менее он растет и развивается. И этот чемодан пусть будет таким символом и знаком того, что путешествие с Oriflame обязательно состоится. Итак... Чемодан номер один ушел, остается еще 19. И у меня в руках чемодан номер два, и я иду к компьютеру. Я иду к компьютеру для того, чтобы сгенерировать следующее число. Готовы? Итак, нажимаем на волшебную кнопку. Раз, два, три, поехали! И это номер 71. И это Сайлаубек Сандугаш из Жамбыла. Номер 71. Я сейчас ее помечу солнечным таким же желтым цветом.
как ее чемодан, который скоро к ней отправится. И мы знаем, что у нас есть еще один победитель, номер 71, Сандугаш из Жамбыла. Сандугаш, Кутык Таймас, мы вас поздравляем от всей души и знаем, что это не только ваш такой приз, да, это заслуга всей команды, вот та, которая, ваша персональная группа, с помощью которой вы достигали своих целей, увеличивали рекрутирование, увеличивали активность в персональной группе, выросли, и вместе с вами наверняка растет ваша команда. Мы желаем вам в дальнейшем роста, новых званий, новых открытий, новых путешествий с Oriflame. А мы двигаемся дальше, потому что чемодан номер 2 уходит у нас в Жамбыл. У нас есть чемодан номер 3, вы его видите, и я отправляюсь к компьютеру. Так, я открываю снова свою программу волшебную. И если вы готовы, а вы готовы, я нажимаю волшебную кнопку. Раз, два, три. Поехали! Номер 13. Вопреки всем суевериям, сегодня этому человеку повезло. И это Шеремет Виталий из Караганды. Виталий, мы вас поздравляем. В нашем полку есть мужчины. И это здорово, что они выбирают в качестве бизнеса Oriflame. Потому что в Oriflame все мечты сбываются. И Oriflame дает возможность абсолютно всем людям изменить свою жизнь. Номер 13, Виталий Шеремет из Караганды. Мне очень нравится, что у нас вот география нашей компании, да, туда, куда у нас отправляются наши чемоданы и какие-то другие призы, она такая обширная. Это практически весь Казахстан. Вот представьте, первый был город Ридер в Восточно-Казахстанской области, потом был Жамбыл на горячем юге, а теперь Караганда, да, промышленный огромный город, да, мегаполис, куда отправить этот чемодан, как символ того, что с Oriflame путешествие возможно, и возможно не только путешествие, а возможно исполнение всех ваших мечтаний. И мы откладываем чемодан номер 3 в стопку выполненных уже наших обязательств и берем следующий чемодан номер 4. И сейчас мы узнаем, кто это. Так, готовы? Держим кулачки, скрестили пальцы, потому что я нажимаю на волшебную кнопку Генерей. Раз, два, три. Поехали! Номер 182, и я иду в конец почти что списка, хотя список у нас намного длиннее. Кто же это? А это у нас вот-вот-вот, и это Азбаева Аралым из Нур-Султана. Вот, пожалуйста, теперь север. Аралым, Кутык Таймас, поздравляем вас от всей души, я помечаю вашу фамилию желтым солнечным цветом, таким же, как наш волшебный чемодан, который дает вам возможность путешествовать вместе с Oriflame. Аралым, поздравляем! Я надеюсь, что вы где-то в прямом эфире видите, но не, может быть, не вы, но ваша команда здесь. Пожалуйста, поздравляйте в прямом эфире в своих комментах наших победителей, потому что им очень-очень важна ваша поддержка. Они находятся наверняка где-то дома, да, в какой-то, может быть, изоляции. Не всегда сейчас возможность кому-то куда-то пойти, собрать команду. Все-таки еще у нас жесткие правила карантина действуют. Но когда вы в прямом эфире поддерживаете наших победителей, это всегда дает дополнительную энергию не только победителю, но и всем нам, для того, чтобы вдохновиться на новые достижения. И у меня чемодан номер 4 уезжает в Нур-Султан. Итак, чемодан номер 5. Вот он у меня в руках, и я отправляюсь снова к компьютеру для того, чтобы узнать, кто же получит чемодан номер 5. И я нажимаю на эту волшебную кнопку. Надеюсь, все готовы, затаили дыхание. Раз, два, три, поехали! И это номер 28. Мы поднимаемся в начало нашего списка. Посмотрим, кто это. Это Бидайбекова Жупар из Туркестанской области. Снова юг. Снова юг, жаркий юг, я знаю, что там уже температура больше 30 градусов, там уже настоящее лето, и Жупар становится нашим победителем номер 5. Мы ее поздравляем от всей души, и мы хотим, чтобы вы в комментах тоже писали ей поздравления. Мы готовы ей позвонить. Если она нас видит, не видит, может быть, видит ее команда, но сейчас попробуем.
Алло, Жупар. Здравствуйте. Здравствуйте, компания «Орифлейм» вас беспокоит. Я знаю, можете поздравлять. Да, интриги не получилось, вы в прямом эфире. Жупар, Кутыктай, мы от всей души поздравляем вас, потому что вы сегодня стали обладателем чемодана номер 5, и он в ближайшее время к вам отправится. Жупар, скажите, пожалуйста, вы сейчас в каком звании? Вы золотой директор, здорово. Значит, у вас огромная команда. Да, очень большая. У меня 4 команды. О, 4 команды, ничего себе. Вот это да, здорово. Жупар, мы поздравляем от всей души. Скажите, пожалуйста, вот вы всегда рекрутируете, всегда участвуете в наших программах. Я очень часто вижу вашу фамилию в своих отчетах, да, и все время натыкаюсь, да, и думаю, надо же, человек все время участвует. Здорово, молодец. Жупар, у вас есть какие-то особые, не знаю, может быть, секреты? Как вы рекрутируете, как вы приглашаете людей, почему ваша команда растет? Здесь никаких секретов нет, просто нужно делать действия ежедневно. Точнее, каталог начнется, мы уже с командой с начала каталога уже работаем, а не последние 3 дня. Вот это наша фишка. Вот это здорово. Скажите, а вот из-за того, что у нас был вот этот режим самоизоляции, люди очень многие не могли выйти из дома, как вам работалось? Помешало вам это или нет? Наоборот, в период карантина у нас работа, наоборот, пошла в гору, потому что у всех много времени на интернет, на работу больше времени уделяли именно на онлайн-бизнес. Из-за этого у нас рост, наоборот, как сказать, работа круче пошла у нас. А вот карантин нам, наоборот, не помешал никак. То есть никакой кризис в работе в «Орифлейм» не помеха, верно? Никакой помехи нету. Самая главная цель у нас есть, мы работаем. Мы даже забыли про карантин, потому что мы все равно же дома сидим, дома работаем. Например, я с мамочкой в декрете, я дома работаю, сижу. Меня вообще не повлиял карантин, например. Ну, супер. Жупар, а я знаю, что это ваш не первый такой подарок большой от «Орифлейм». У вас же что-то было очень значительное. Да. Или вы забыли об этом, а мы помним. Нет, я не забыла. Я сейчас с этого телефона с вами разговариваю. Я в каком каталоге забыла? Я выиграла телефон iPhone Pro. 256 гигабайт телефона. Ничего себе. Да, это было у нас в 17-м и 1-м каталоге. Да, здорово, Жупар. Вот видите, я хочу сказать всем, кто нас сейчас слушает и смотрит, что регулярные действия всегда приводят к успеху, верно? Да, конечно. Спасибо огромное вам за такие, как сказать, вы нам даете мотивацию, такие подарки крутые, вы нас балуете. Спасибо за все. Спасибо вам за ваш труд, за ваш труд, Жупар. Еще раз вас поздравляем, и я думаю, что сегодня у вас счастливый день. Делайте еще что-то хорошее, то, что вы откладывали и не решались, потому что сегодня у вас точно все получится. Аминь, аминь. До свидания, всего доброго. Вот как здорово, как здорово, как приятно слышать эти ваши эмоции, да, когда вас переполняют чувства, и когда... Мы чувствуем вот это вот единство с компанией «Орифлейм», мы чувствуем себя огромной, огромной большой командой. И чемодан номер 5 отправляется в Туркестанскую область. И теперь сейчас у меня в руках чемодан номер 6. Да, вот он. И я иду к компьютеру для того, чтобы генерировать следующее число. Готовы? Раз, два, три, поехали! И это чемодан номер 6, номер, лидер наш, номер 17. И это Жунусова Куралай из ВКО, из Восточного Казахстана. Снова второй чемодан отправляется в Восточный Казахстан. Куралай, мы от всей души поздравляем вас, и я отмечаю вас вот таким желтым солнечным цветом, как наш чемодан. И в ближайшее время мы сделаем настройки, и чемодан отправится к вам. Я думаю, что ваша команда сейчас очень радуется за вас, поздравляет вас. А вам сегодня сопутствует удача, поэтому делайте что-то еще такое, что вы не решались и откладывали очень долго. Сегодня ваш день. И мы идем. Этот чемодан, Олесь, покажи, мы его отправим в Восточно-Казахстанскую область. И у нас чемодан номер 7. Сейчас мы узнаем, кто его получит. Чемодан номер 7. Итак, следующее число, которое я буду генерировать.
Готовы? Держим кулачки, затаили дыхание, ставим лайки и сердечки. Раз. И это номер 57. Кто же это? Это Амарбекова Сымбат. Боже мой! Сымбат, мы вам обязательно позвоним, потому что вы вообще какой-то необыкновенно везучий человек. Я не знаю, сколько уже подарков отправилось в ваш адрес. Я просто вот не знаю, в каком восторге. Да? Находится... Сымбат, включайте свой телефон, потому что мы сейчас должны все знать ваш секрет. Потому что, Сымбат, я напомню, она стала обладательницей автомобиля, который она получила в прямом эфире, когда он шел в Нур-Султане. Сымбат совсем недавно стала у нас обладателем еще чего-то, не могу сейчас быстро вспомнить. А ты не помнишь, Сабина? Какой-то еще вот какой большой подарок, она, по-моему, сертификат на 100 тысяч, если я не ошибаюсь. И теперь чемодан. В чем же секрет Сымбат? Почему она у нас постоянно в лидерских программах? Почему она у нас постоянно становится победителем? Здесь какое-то волшебство. Сейчас мы ее спросим об этом. Так, Сымбат, мы вам звоним. Я, честно говоря, вот немножко, вот, не то что немножко, я вообще в шоке. Сымбат! Здравствуйте, дорогая! Да, я представляю, как вы радуетесь, Сымбат. Тут какое-то волшебство. Говорите ваш секрет. Мало того, что вы всегда участвуете в программах, да, так вы еще становитесь частенько обладателем крутых призов. Расскажите, что вы такого делаете? Выполняю все условия, которые говорит компания. Делаю, с утра встаю, открываю глаза, первым делом рекрутирую. И с утра до вечера рекрутирую. У меня легче спросить. Мама говорит, до 4 ночи. Легче у меня спросить, когда я вообще не работаю. Девочки, секрет в том, что нужно постоянно делать одни и те же действия. Тогда к вам придет и успех. Все. И главное понять, чего хотите вы. Когда вы поймете, что вам нужно, успех, удача, все придет к вам. Сымбат, супер. Я знаю, что вы стали обладателем машины, еще будучи, по-моему, старшим менеджером, верно? Да. А сейчас в каком вы звании? Сейчас открыто золотое, уже директора подтвердила, в 8-м каталоге закрываю звание золото. Ну вот, супер. Вот я хочу, чтобы все послушали, да, что человек начинает работать, мало того, что он получает призы, но это такой побочный, абсолютно побочный момент. Главный момент то, что Сымбат, как она получила машину, будучи еще старшим менеджером в Нур-Султане, это был, по-моему, по итогам первого каталога, верно? Да, верно. Да, и тогда она еще была старшим менеджером, а сейчас каталог номер 7 идет, и она уже в открытом звании золотого директора, уже закрыла звание директора, и совсем скоро закроет золотого директора. Вот успех, вот эти регулярные действия, которые она делает каждый день, и я больше того знаю, что у них работает вся семья, да, Сымбат? И мама ваша, и ваша свекровь. Мама, дочка, внучка. Супер. Вот, представляете, вся большая казахская семья, она в Орифлейм, и она получает заслуженные плоды своего труда. Сымбат, Путыктаймы, с огромный привет вашей семье, такой работящей. И мы ждем вас в прямом эфире в следующем, когда у нас будет по итогам каталога 7. Я больше чем уверена, что вы тоже там будете в этом списке присутствовать, ваша фамилия обязательно, потому что вы всегда участвуете. Все. Нет, давайте, я знаю, что вы еще идете на Стокгольм, да, посмотрим, да, давайте, будем ждать. Ага, все, до свидания. Вот, пожалуйста, я действительно очень удивлена, увидев который раз эту фамилию, и я хочу сказать всем, то, что повторить то, что сказала Сымбат, регулярные действия, делайте одно и то же, Орифлейм это пусть будет вашей жизнью, вашим образом жизни, и всегда придет успех, всегда, потому что это огромный труд. Тот, кто работает, тот, кто трудится, он всегда получает плоды своего труда. И мы отправляем чемодан номер 7 со счастливой цифрой Нур-Султан для Сымбат. Да, и мы берем следующий чемодан, номер 8, да.
И посмотрим, кто же станет его обладателем. Так, я снова открываю свою волшебную программу и генерирую следующее число. Готовы? Поехали! Число номер 10. Давайте посмотрим, кто это. И это Аманбаева Малдыр из Шымкента, наш топовый лидер. Малдыр Кутыктаймыс, мы вас поздравляем от всей души. И вот мне очень приятно видеть, что в этом списке лидеров, которые участвуют в лидерской программе, выполняют условия, они рекрутируют, они работают со своей персональной группой, потому что они поддерживают рекрутирование всей персональной группы на высоком уровне, поддерживают активность, размещают личные баллы, растут и так далее. И это не только старшие менеджеры, которые пришли только в Oriflame недавно, но это лидеры, топовые лидеры Oriflame Казахстан, лидеры, которые находятся в топ-15, именно Аманбаева Малдыр, которая тоже вместе с нами участвует в лидерской программе, потому что она продолжает расти, продолжает развиваться, продолжает строить свою огромную-огромную команду. Малдыр Кутыктаймыс, мы вас от всей души поздравляем. И чемодан номер 8 уходит в Шымкент. Снова юг, снова юг. Прекрасная география. И мы, следующий чемодан у нас будет номер 9. Вот он у меня, девяточка. Да, я теперь не запутаюсь точно. И мы этот чемодан сейчас узнаем, кому же он поедет. Я нажимаю на эту кнопочку и генерирую случайное число. Раз, два, три, поехали. Номер 129. Мы опускаемся в конец нашего списка. И это Катеринич Оксана из ВКО. Я тоже хочу сказать, что Оксана – это член топ-15 прошлого года, это лидер, который растет, развивается, и поэтому ей улыбнулась сегодня удача. Чемодан номер 9 отправляется в ВКО, а я даже точно знаю, в какой город – в город Семей. Поздравляем, Оксана! Я надеюсь, что этот чемодан будет знаком для вашего дальнейшего развития и путешествий с Oriflame. Итак, у нас есть чемодан номер 10. И сейчас мы узнаем, кто его обладатель. Да, мы снова открываем нашу волшебную программу, нажимаем на магическую кнопку «Generate» и узнаем, кто это. Раз, два, три, поехали! Номер 121. Нам не нужно было уходить куда-то далеко, потому что это Совсембаева Санимкул из Кызылорды. Снова юг. Отправляется наш чемодан в Кызылорду, и мы от всей души поздравляем Санимкул. Пожалуйста, выражайте свои эмоции в прямом эфире, поздравляйте наших победителей, ставьте лайки, свои сердечки, и вам тоже улыбнется удача. Итак, чемодан номер 10. Отправляется у нас в Кызылорду, на юг. И у нас есть чемодан номер 11. Да, и он сейчас найдет своего обладателя. Я снова перехожу в нашу волшебную программу с магической кнопкой «Generate» и нажимаю ее. Раз, два, три, поехали! И это номер 69. Мы движемся вверх, чуть-чуть интригу сохраним. И это Актаева Гульмира из Караганды. Вот, Караганда сегодня получает второго победителя. Гульмира, мы от всей души вас поздравляем, от всей души, потому что вот этот замечательный чемодан, да, он просто мне ужасно нравится, он отправится в Караганду к вам. И сегодня у вас счастливый день. Удачи вам во всем, во всех делах, которые вы сегодня будете делать обязательно. И привет вашей команде, потому что без команды ничего бы этого не случилось. Итак, чемодан номер 11 отправляется в Караганду, а именно конкретно к Актаевой Гульмире. Гульмира, еще раз поздравляю. И сейчас мы узнаем, кто же станет обладателем чемодана номер 12. Так, вот мы кладем эту карточку сюда, а я отправляю снова в нашу волшебную программу с магической кнопкой и начинаю генерировать число. Готовы? Раз, два, три. Поехали! И это номер 161. 161. Мы движемся. И это Канибекова Енвик из Шымкента. Юг. Юг рулит. Да, посмотрите, сколько... 162. Извините. Это Уржигитова Гульмира, 161, из Кызылорды. Снова Кызылорда.
Надо же, уже в некоторые чемоданы уходят дважды в некоторые города. Номер 161, извините, я ошиблась строчкой, да. Номер 161, это Ужигитова Гульмира из Кызылорды. Гульмира, мы вас поздравляем от всей души. И чемодан номер 12 едет к Кызылорду. И у вас там есть, у этого чемодана там уже есть подружка, да, или дружок. И я думаю, что где-то вы в прямом эфире, да, мы вас поздравляем от всей души, потому что этот чемодан – это знак того, что путешествие с Орифлейм обязательно состоится. А вам роста, новых званий, удачи, огромной команды. Пусть с Орифлейм все ваши мечты обязательно сбудутся. Итак, и у нас есть чемодан номер 13. Магическое число какое-то, да? Но я думаю, что сегодня кому-то повезет именно с цифрой 13. Мы отправляемся к нашей волшебной программе, да, к нашей волшебной программе Рэндом и генерируем следующее число. Чемодан номер 13. Раз, два, три. Поехали. И это число 62. Поднимаемся наверх нашего списка и смотрим, кто же это. Посмотрите, как здесь ложатся цифры близко. Это Абилхасиева Рита из Нур-Султана. Мы помечаем ее волшебным желтым цветом, такого же цвета, как наш чемоданчик. И Рита, мы от всей души поздравляем вас вот с таким вот замечательным чемоданом, обладателем которого вы становитесь сегодня, именно потому, что вы участвовали в лидерской программе компании по приглашению «Орифлейм там, где ты». И это не простое название, действительно, там, где каждый орифлеймовец. Там и есть наша компания, ее ценности, ее замечательная продукция, ее замечательные возможности роста и возможности изменить жизни к лучшему. Мы хотим позвонить Рите? Да. Мы сейчас ей позвоним. Она не в эфире. Ее нет, да, в прямом эфире? Да. Ну попробуем сейчас ее удивить. Алло. Алло, Рита, здравствуйте. Нет, это не Сабина, это вас беспокоит Наталья Веселовская, и мы вам звоним из прямого эфира, который вы почему-то не смотрите, Рита. Да вы что? Да, я хочу вас поздравить, потому что вы стали обладателем желтого чемодана, который к вам отправится скоро. Спасибо большое. А почему вы нас не смотрите? Потому что сейчас там столько людей вас поздравляют, выражают свои эмоции. И наверняка кто-то из вашей команды. Очень жалко. Рита, расскажите, как вы так рекрутируете? Почему вы стали, вот, так сказать, членом и победителем вот нашей лидерской программы? Потому что я тоже вот вижу вашу фамилию часто в своих списках. И это значит, что вы постоянно выполняете не только рекрутирование, но и активность, и другие KPI лидерские. Потому что Орифлейм – это моя жизнь сейчас. Я вот полностью теперь вижу себя. Я нашла себя только в Орифлейм. А теперь вот хочу связать свою жизнь до конца своей жизни вот только с Орифлейм. Я настолько люблю свою компанию, настолько люблю свою команду, что прям, ну как сказать, ну Орифлейм сейчас мое все, можно сказать. Рит, а вы сейчас в каком звании? Скажите нам, пожалуйста. Я сейчас нахожусь в закрытом звании золотого директора. Супер. А потом в открытом звании старшего золотого директора. Отлично, супер. Рит, я еще, знаете, что хочу сказать вам? Сегодня вам достался чемодан номер 13. Ага. Вы как к этой цифре относитесь? Нет никаких суеверий. Посмотрите, она вам сегодня принесла удачу. 13? Да, у вас был чемодан номер 13. Рит, ну в любом случае мы вас поздравляем от всей души, и я знаю, что это не только ваша огромная работа, это и ваша команда, на построение которой вы потратили много, наверное, труда, сил, энергии, и вот это вот теперь сейчас вам возвращается. И пусть этот чемодан будет таким символом ваших путешествий в будущем с Орифлейм. Поздравляем еще раз. Спасибо. И отправляем. Спасибо вам. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. До свидания. Итак, чемодан номер 13 нашел своего хозяина. И мы двигаемся дальше. У нас будет чемодан номер... Алис, покажи, пожалуйста. Номер 14. Да, вот он ждет своего хозяина. А мы идем в нашу программу Рэндом. И сейчас мы сгенерируем случайное число, которое и определит обладателя чемодана. Раз, два, три. Поехали. Номер 209. Идем в самый конец списка. Номер 209, хотя не самый конец, у нас там еще есть лидеры.
И это Досанова Индира из Мангыстау. Вот, посмотрите, чемодан отправится на запад. В Мангыстаускую область. Это так далеко от Алматы, но тем не менее он туда доедет. И Индира, мы от всей души поздравляем вас сегодня. Чемодан номер 14 ваш. И он отправится в Мангыстау. Уважаемые зрители нашего эфира, выражайте свои эмоции, поздравляйте Индиру. Мы надеемся, что она в прямом эфире или кто-то из ее команды. Пожалуйста, поздравляйте друг друга. И эта энергия вернется к вам с положительными, с хорошими новостями обязательно. И у нас чемодан номер 15. У нас еще осталось 6 чемоданов. Да, номер 15. И мы сейчас узнаем, кому оно пойдет. Так, я снова открываю нашу программу и генерирую число. Раз, два, три, нажимаю. И это номер 164. Чуть-чуть поднимусь и узнаю, кто это. Байдаулетова Айжан из Нур-Султана. И это снова север. И это уже не первый чемодан, который отправится в столицу нашей родины, в Нур-Султан. Айжан, поздравляем от всей души. Пусть у вас сегодня будет очень-очень удачный день, чтобы у вас все сегодня сбылось, не только чемодан. И пусть этот чемодан станет таким знаком для вашего дальнейшего роста и развития вместе с компанией Oriflame. Помните, Oriflame там, где ты. Итак, этот 15-й чемодан отправляется в Нур-Султан. И следующий чемодан номер 16. И я снова иду в нашу программу Рэндом. Уф, нажимаю на кнопочку. И это номер 134. 134. И это Бахтибаева Умид из Нур-Султана снова. Посмотрите, в столицу нашей родины уже идет не один, а несколько чемоданов. Умид. Посмотрите, Бахтибаева Умид из Нур-Султана. Есть она в прямом эфире или ее команда, но в любом случае поздравления, эмоции нашим обладателям чемодана. И чемодан номер 16 отправляется в Нур-Султан. Итак, у нас осталось еще 4 чемодана, и сейчас чемодан номер 17. Я хочу вам сказать, что возможность прямого эфира только на ровно час. Если вдруг сейчас час закончится, не пугайтесь, мы еще раз переподключимся, да, и снова продолжим наш прямой эфир. Потому что есть ограничения в Инстаграме не более часа прямого эфира. Хорошо, не пугайтесь. Чемодан номер 17. И мы смотрим, кто это. Открываем нашу волшебную программу. Так, где она у меня? Так, вот она, ага, вот она наша программа, и я генерирую следующее число, потому что у нас на кону чемодан номер 17. Раз, два, три, поехали. И это, ах, что такое? Подождите, у нас отсоединился Oriflame. Олесе нужен твой пароль. Минуточку, пожалуйста. Да, не переживайте, сейчас у нас на компьютере отсоединился Oriflame, да, или цифра выскочила уже. Выскочила? Да, она уже выскочила, да, номер 74, да, сейчас Алиса соединит. Номер 74, и мы посмотрим, кто это, да, у нас, извините, бывает такое. Номер 74, и это Карабышиева Оксана из Уральска. И это Западно-Казахстанская область, куда отправится чемодан. Карабышиева Оксана, если она в прямом эфире или нет, но мы ее поздравляем от всей души, потому что чемодан номер 17 отправится в Уральск. Поздравляем, Оксана! Итак, у меня чемодан номер 18, их осталось всего 3, поэтому, если вы его очень хотите получить, ставьте побольше лайков и сердечек. А я отправляюсь снова в свою программу для того, чтобы узнать, кто же следующий обладатель чемодана. Нажимаю на кнопку «Генерей». Раз, два, три, номер 43. И это Золотухина Олеся из Нур-Султана. Нур-Султан сегодня вообще волшебный город, потому что там очень много победителей. Олеся, я не знаю, есть ли вы в прямом эфире или нет, но я вас от всей души поздравляю, потому что я знаю, что вы еще в списке претендентов на поездку в Стокгольм. Вот чемодан пусть будет вашим
хорошим знаком и символом, что эта поездка когда-нибудь состоится, рано или поздно. В Стокгольме вы точно окажетесь. Чемодан номер 18 отправляется снова в Нур-Султан Золотухиной Олесе. Олесю поздравляю от всей души. Итак, чемодан номер 19. И сейчас я отправляюсь в нашу программу для того, чтобы узнать, кто же станет счастливым обладателем этого чемодана. Нажимаю на кнопку «Готовы?» Поехали! Номер 154. Номер 154. И это Эрибай Бакыткан из Алматы. Вот, теперь в Алмате останется этот чемодан. Вот они все разъехались по другим городам. Бакыткан, я вас от всей души поздравляю. Поздравляю и желаю... А, мне тут подсказывают, что Бакыткан ездила в Стокгольм, да, когда-то тоже была победителем лидерской программы. Супер, я поздравляю Бакыткан еще с одним вот таким призом от Орифлейм, да, потому что если вы были в Стокгольме, это значит, что вы уже достигали каких-то поставленных целей. Это значит, что вы до сих пор растете и развиваетесь, поэтому я вам от всей души желаю дальнейшего развития, дальнейших успехов, дальнейших побед вместе с компанией Орифлейм. И чемодан номер 19 остается в Алматы. И что, друзья, чемодан номер 20. Сегодня он последний, но чудеса с Орифлейм будут продолжаться, потому что сегодня мы будем определять, кто же поедет в Стокгольм. Чемодан номер 20, и я отправляюсь в своей программе и нажимаю на эту кнопку. Ну давайте, все, кто хочет стать обладателем чемодана, давайте выражайте как можно больше эмоций, потому что буквально через секунду я нажму эту кнопку Generate. Раз, два, три, поехали. И это номер 87. Сейчас посмотрим, кто это. И это Манырова Жамила из Туркестанской области. Я эту фамилию очень хорошо знаю. По-моему, она была у нас в прошлом каком-то обладателем какого-то подарка. Да, она тоже была в Стокгольме целых два раза, Жамила. Я просто от всей души вас поздравляю и хочу сказать, что вот, пожалуйста, целенаправленные действия, направленные на развитие бизнеса, на рост Орифлейм, на рост своей команды, на рост с Орифлейм всегда приводят к хорошим результатам. Быть дважды в Стокгольме и сегодня получить чемодан номер 20. Жамила, вот и таймис. Поздравляю от всей души. Ну что, друзья, чемоданы все отправились к своим хозяевам. Да, все 20 штук нашли своего хозяина. И я хочу сказать, что те, кто сегодня не получил чемодан, вам не стоит ни капли расстраиваться. Ведь у нас в каталоге номер 7 действует другая компания по приглашению, которая называется «Создавайте свои моменты волшебства», и которой очень много других призов. И работая регулярно, вы будете не только получать призы от Орифлейм. Вообще, на самом деле, это не главное, да, а главное то, что вы вместе с Орифлейм меняете свою жизнь к лучшему. Меняете жизни своих близких, своих друзей, родственников и просто других людей к лучшему. Потому что с Орифлейм сбываются мечты. С Орифлейм можно построить стабильный бизнес. С Орифлейм можно изменить свою жизнь. И не забывайте, Орифлейм всегда там, где вы. Итак, друзья, сколько у нас осталось времени? 5 минут, да? 10 минут. Ну тогда мы что, начнем с Стокгольм? Так, друзья, ну прежде чем мы начнем определять победителей, тех, кто поедет в Стокгольм, мы все-таки хотим, наверное, давайте мы прервемся и еще раз подсоединимся. Пожалуйста, не уходите, для того, чтобы нам прямой эфир не прерывать, когда мы будем определять победителей, которые поедут в Стокгольм. Хорошо? Все, мы отключаемся и включаемся вновь на этом же канале. Давайте встретимся через буквально пару минут.